Хаджиме. Пошли. 5 минут. Работаем. Захватить туловище. Захват туловища. Туловище двумя руками. Есть. Пастухов? Да. Пропустил? Нельзя? Нет. О, за ноги, а потом вверх, раз, за туловище. Бери за туловище его. За туловище, все не то. Да, потом раз руки, и все, ты выиграл. Голову аккуратно. Есть. А, вот так и есть. Пошел, пошел, активней, активней, Пастухов. Работаем 5 минут, 5 минут. Так, честно, туда отжимание, припресс, вот бутылку зашел мне на него. Ладно, зашел. 30 отжиманий, ты сюда не пьешь. Хорошо? Давай, 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 работаем, работаем. Так, пацаны, вы не работаете, вы будете сейчас отжимания делать. Дай. Владимир, я не понял. Владимир? Да. Он младше тебя на один день. Нет. Нет. Он младше. Давай, работай. Салагом, блин. Пришел в майке. А? На чушке пришел. Да чего позарядно? Что? Это не считается вот это. Нет. Забрать, 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 забрать. Работать, Владимир, не останавливаться. Он уже боролся 3 схватки, блин. Давай. Выиграл, молодец. Вот так, Даник, дави салагу, блин. Зайди назад и за туловище его. Давай, 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 давай. Давай. Не выходи, не выходи, Влад. Не выходи, в центре стой. Давай, Артем, давай, Артем. Молодец. Пошел, пошел, пошел. Дави, чтобы у него руки вообще опустили. Думаю, что если он набрал 5 килограмм, значит все. Я уверен на себя чувствую. Может говорить слово Харисто и все. Я сам. И он молдаван встает. Тиги! Малак. Владимир, куда назад, вперед на него вытолкнуть его, блядь. Так вот, не просто. Ну, еще руку снизу. Поднять. Владимир, молодец. Вот, ну. Все, выиграл. Что, четверо там? Как сделаешь, скажешь мне сразу. Давай, 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 давай. Включайся, Пастухов, включайся. Ты качался со мной? Ну, закладывай руками. Вот. Смотри, видишь, если Влад до того, как уезжать, я не чувствовал, мы покачались уже чуть-чуть. Давай, давай, да, туловище двумя руками, уходи, уходи, уходи. Руку, ну. Давай, 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 осталось. Мате. Мате. Так, Пастухов перешел туда, на середину. Чезар сюда, на середину. Ты и ты. Вы сюда, Влад, это. Значит, мой. Стойку. Значит, ваша задача, мой. Вытолкнуть за ковер его. Вытолкнуть его за ковер. Влад и Пастухов, вас выталкивают, ваша задача не уйти с ковра.
Единственное, что когда будете поворачиваться, чтобы локтем не ударили. А вы не начинаете сразу очень жестко, сильно. А спокойно, раз, 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 раз. Выталкивать надо туда, где вот, вот упал, например, на это, на кресло, и голову сломал. Отлично. Это значит нормально. Так, все, вы вдвоем, один под стеклом, один клад. Вы выталкиваете, вы защищаете. Дальник Владимир, сюда. Сюда, скажи. Так, 5 минут. Еще раз, посмотрите внимательно, как уходить. Вот, Дадик меня больше вытаскивает. Нет, ну, не так, я не делаю. Я понял. Я думал, что надо. Так, нет, нет, вот отсюда он меня выталкивает. Вот у вас есть руки. Вот, давай, потихонечку. Вот убирайте ручки сюда. Раз, чуть-чуть уходите сюда. Раз сюда. Вот руками. Руками сюда, убираем сюда и уходим. Готовы? Выталкиваешь его. Владимир ушел. Отсюда. Пошли. Только выталкиваем, выталкиваем. Осторожно головой. Давай, давай, выталкиваем, выталкиваем. Пастухов не держать его. Я его не могу. Боишься, да? Да. Зайди назад, пенни или вытащи. Нога потечет. Выталкиваем, не даем. Дергаем. Хорошее лицо. Лицом не взорвись. Давай, давай, Влад, давай. Вот так, хорошо, молодец. Ну-ну-ну-ну-ну, есть, молодец, Влад, умница. Еще, еще. Владимир, поменяй дядика. Пошел. Больше руками, больше руками, больше руками. Оп! Руда. Владимир, смотри, куда выталкиваешь. Сюда выталкиваешь, сюда. Больше руками, не бросайтесь на него, руками ближе подходите, чуть-чуть выталкивайте. Вот так, молодец, молодец. Пошел, пошел, Владимир, не стоять, не давать ему жить. Честно, без захвата, стараться не держать. Хорошо, Бутук поменялся с этим, с Угуряном, Угуряном туда, Бутук сюда. Так, Даник поменялся. Хаджуэ, еще 2 минуты. Работаем, работаем, не даем Чезару, чтобы он умер. Даем или не даем? Даем. Удушающий прием, первый номер становится высокий паркер. Вы захватываете правой рукой, стоя перед ним, раз, захлёстываем, шагаем, перешагиваем, хоп, и задом буквировал вперед, удушающий. Так, делаем по 3 раза, пожалуйста, сейчас поводите. Покажи нам, Пастухов, еще раз, удушающий, Влад, высокий паркер. Смотрите, взял захват, раз, ручку, ногу, хоп, и отсюда кувырочек выпускаешь. Делай 2 раза он, 2 раза Влад, 2 раза Влад, 2 раза Артем. Нет, вы нет. Нет, ты с ним остаешься, вы по 2 раза иди сюда. Делаешь одному, потом другому. Одному, Влад, ты честно. Нет, Влад, ты честно. Один здесь становится, другой здесь. Ты делаешь одному, потом ему. Ему или ему. Вперед. Высокий партнер ставит. Вперед. Вперед. Все, пошли.
3 минуты. Вот так вот он сделал, следующим делаем. Два раза ты, два раза он. Отсюда раз, оп. Отлично. Два раза ты, два раза он. Вот два раза. Оп. Хорошо. 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 Давик, не бороться, Давик. Лапа, пошли, пошли. Работаем, работаем. Берегим, становись, ладно. Придушающий мрак, чтобы я потом скажу почему. Пошли, пошли. Будуша, ты его дома включаешь? А? Дома включаешь? И дома, и ночью. Ты ночью или убили? Две ночи там, специально что. Они, наверное, классическую музыку слушают. Пошли, пошли, пошли. Я бы купил скрипичную музыку, блин. Пошли, пошли, пошли. Да я это дурдом, блин. Хорошая, хорошая, но... Нет, это хорошая, но... Ну... Вот, знаете, для песни, которые на фокусном были, они очень популярны. Пошли. Хорошо, 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 хорошо. Не вижу, не вижу. Хорошо. Унгурян ко мне. Тимер, один раз ты, один раз он. Ко мне. Нагрел, да? Не касаться ни руками, ни ногами. Соперник? Можно и за ноги, и куда хочешь, но это не значит, что вы встали на колени, там, хватит еще что-то. Так, Бутук, идешь к этому. Владимиру. Еще раз, любой захват, оторвать соперника от ковра. Щитили. Стоп. Сделали парочку наклонов. Сделали. Раз, два, три. Четыре, да. Еще, еще. Оп. Хорошо, после вращения. Оп. Повращали. Вращали. Батуха. Хорошо. Теперь смотрите. Делаем движение. Раз, два, раз, два. Оп, и поднимаем. Еще раз, смотрим вперед. Раз, два, присесть. Не наклоняться отсюда, не спиной поднимать, или надо туда раз, оп. Ручки как бы подбиваю, оп. Хорошо. Так, значит, захват можно как брать, и сверху, и с одну руку, и сзади, как хотите. Влад, ты работаешь. Даник, встань с той стороны. Владимир, встает, стоит. Если ты его поднял, уходит Даник, и они меняются. Вырвоем. Отжимание. Вперед. 5 минут. Оторвать соперника от ковра. Поднять соперника, Владимир. Поднять, поднять. Поднять, поднять. Оторвать от ковра. Без бросков пока. Без бросков оторвать
Давайте, брат. За ноги, вот. А ты смотри, вот я поднял, ты выпрямляешься. Наоборот, на него ложись, чтобы он... Все, Владимир ушел. Что? Я сказал, любой захват. Поджимай. Ну, положи. Стоп. Стоп. Смотри, за ковром. На колени не становиться. Стоять прямо. Пошли. Оторвать. Зайти назад. Вот так, хорошо. Все, следующее. Все, подъем. Взять и бросить Владимир, блин. Взял балы, взял и бросил. И не поймешь, что выиграл. Пошли. Активнее. Есть. Все, молодец. Бутух, руку снизу. Руку под руку. Он взял за ногу, раз под руку. Молодец, Даня. Еще одну стальную. Вот так. Есть, молодец, Толстухов. Даня, ходи в кимоно, иди ко мне. Осторожно, мальчик. Там осторожно. Болевой ему на ногу. Оденьте ему ногу. Пошли. 2 минуты осталось. Бил с колена, ты встань. Без пояса.
Значит. Видишь, какой ты не внимательный. Нельзя, чтобы сзади ходил сильнее тебя. Только слабее. Вот жена не понимает. Я не люблю спать, когда жена сзади. Ну потому что задушу. Ну, уже так на тренировке. Уже не могу кто-то, когда сзади кто-то меня. Я или поворачиваюсь, а? Даня, иди сюда. Как так сидеть? Что? Крови не было там. Не знаю. Где-то, да? Где? А, ну, становись туда-сюда. Значит, еще раз. При проведении броска через спину с колен. Оставь ты, блядь, свою сумку. Еще. Сиси. Значит, еще раз. При броске через спину с колен. Нужно проводить цепь сюда. Нужно обязательно делать контрприем. Удушающий. Да, надо делать удушающий. Значит, ставим высокий папки. Значит, есть вот такое удушающее, вот мы делали отсюда и шли кувырком вперед. И есть удушающее отсюда. Вот раз, оп, движение, вот вылипаешь, оп, и оп, вот сюда. Самое главное, что ручка есть, душится. В высоком партере. Смотрите. Ручка здесь есть. Раз. Добавили. Да, встали на колено. Теперь вот палец вот так аккуратно. Раз, выпили. Стоп. Сюда и побежали. И сюда забежали. Просто я уже не могу. Да. В эту сторону бежим. Почему? А в какую? Так если сюда, почему туда побежать? Здесь, да? Я? Да. Я не буду туда лучше. Просто. Значит, вот я вот эту пальцу, да? Да. Пальцы убери. Пальцы. То есть вот я взял, да? Раз я зашел сюда. А теперь что я выступаю, вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. То есть в эту сторону. Значит, что получается? Высокий партер, вы берете отсюда, становитесь на колено, берете руку из руки. Этим коленом чуть-чуть выливаете, поэтому рука не так, а вот так. Раз, она уходит. Прижали его и сюда идете. Все, пошли. Чеза, возьми его пока. Бутук. Во, и вы вдвоем. Пошли. Два раза один, два раза другой. Пошли, удушающий. Сейчас смотрите, пока слабо. Давай. Все хорошо? Как хорошо. Я там нашел кусочек винта. Чтобы просто не запачкать. Это было масло. Где не потирать потом. Хорошо. Тогда так, гуляем сюда. Вы вдвоем. По два раза и меняете. Стоп. И сюда, и сюда. Один раз его, один раз его. Ох! Нет, удушающий. Наоборот, нет, руку наоборот. Положение на живой. И в эту сторону. Потом. Что с рукой у тебя? Матэ, я не понимаю, вы стоите, что у вас получается? Сапужик все? Стоишь здесь, значит ручки вот так, чтобы сразу можно было на локте. Раз. Здесь? Нет, ты поднялся. Прижимать надо это плечо. Бедро. То же самое, если только... Наоборот, другую ногу вперед. Сергей Анатольевич, знаешь, то же самое, вот. Только а? Левой рукой беру за ногу, правда? Да, так же, как за ногу, только берем за руку. Пошли. Так, один раз ты, один раз ты. Или по одному разу. Руку, нет. Вот ты взял посуду, вот. Да? Ты взял на колено. А теперь вот эту руку не сможешь. Сюда. И еще.
Другой конь. С этой хорошей ножкой. Да? Сюда. Нет, так ты... Сейчас, сейчас. Нет. Да. Вот ты взял, да. И сел, да? Ты же должен прижать, руками мешает. А, понятно. Колено будет. Ой. Не, эту руку не надо сюда, просто она так должна. Да, вот так передержи. Кто тебе дал? Вот, и сюда чуть-чуть берешь. В сторону головы. Больше руку работать. Вот отсюда вот не будет. Вот отсюда вот. Послушай, есть такое, да? Да. Не поймешь. Вот я сейчас посмотрю еще правила, расскажу точно. Вытащу. Вот. А потом можно брать. А вот, а сейчас ты можешь уже оттуда забрать. Да, и пойти сюда. Хорошо, стоп. Ты отдыхаешь, мы вдвоем делаешь по 10 человек, и мы сюда идем. Мы друг другу по разу делаем. Ну что? Ну и вперед. Нет, зачем? Вот эта нога вперед. Меняйте ногу.
Ушел в сторону, он раз и ушел, и ты летишь. Вот так молодец. Хорошо, ты отдыхаешь, ты душаешь. Красавец, Влад. Хорошо, Матэ. Одели куртки. Это хороший прием для них. Да. Прямо нога блокируется, больше не хочет. Надо просто как бы чуть-чуть менять туда-туда. Ноги не должны, не знаю, если я перекачал ноги, у меня как утром, я встаю как раз, потянулся, как схватилось. Ёпту нахрен, блядь. Так, а сейчас смотрите. Сейчас вы делаете бросок через спину с колен а-ля Дани. А-ля Дани, иди сюда. Вот, смотрите. Значит, делаете тот же самый удушающий, но... Значит, не такой классический захват. Не классический, а просто он держит за руку, держит за руку. И отсюда... Пошире ноги и вот показывайте спину вперед. Раз, два. Вы должны что сделать? Вот эта нога должна уйти сюда. Оп. И должны перейти на удушающего. Сейчас еще раз повторить. Наклониться не могу, худенький. То есть вот он начинает делать. Вы сразу раз, видите, хоп, поймали отсюда. То есть еще раз показывайте. Вот видите, он движение делает. Уже раз, зашагнули. Оп. Отсюда хоп, за ручку. И удушающий. Пошли. Так. Сейчас рубьем так. По одному разу. То есть не так, как мы берем, а просто за руку и показать удушающий. Противник. Партнер. Только он начинает садиться, вы ногу оп, сюда. За ручку аккуратненько садитесь, удушающе показывает. Так, зади нас сюда, зади сюда, взгляну туда. Они тебе делают, а ты удушающе. А вы по одному разу, вы по одному разу. Сможешь? Что? Работай. Да, не болит, просто кровотечет. Не на пальце. Все, пошли. Бросок через спину с колен. Порезывай. Стоп. Порезывай. Смотри. Не так заходишь, а левая нога уходит сюда. То есть левая нога, раз, два. Покажи сначала. Вот это стоп. Возьми просто отсюда. Вот эта нога должна была прощать. Раз, два. Я вижу. Сюда, сюда. Вот это рука. Рука. Это просто удушающий. Оп, сюда. Боже, сюда он удушающий. Одной рукой держи. Два. Смотри, ты делаешь раз, два. Да, раз, два. Только начинается, как бы чуть раньше. Туда. Нет, стоп, не двигайся. Вот эти рукой со такие будут. Нет.
Нет, нет, нет. Кто? Мотель. Ладно, смотри. Он садится, а потом говорит, стоп, блин, знаете. И даже ты здесь не будешь, уже отсюда. Поэтому ноги не так, ножки пошире. Потому что так делаем, раз, и так. Не спеши, дела нет. Еще вперед, нога еще вперед. А это? Рука, передняя. Можешь даже чуть-чуть назад. Хорошо? И да. Сюда? Вы между собой. Ток-ток. Аккуратно. Вес меньше будет. Ты сделай ему, ты делаешь ему, ты делаешь ему. Ты делаешь ему, делай ему. И через первую сторону он удушает. И так ваша. Нет. Еще раз. Смотри. Ты идешь сюда, вот когда ты идешь, раз он тебя нагрузил, ты можешь упасть. То есть начинаем делать. Оп. Нога. Оп. Заходи ручку, можешь себе представить. Стоп. Кто делает? Садись, да? Сейчас. Мате, куртки оставляем, пояса не одеваем, не оставляем, оставляем куртки, оставляем. Оставляем куртки, оставляем. Значит, задача такая, стоя на одном месте, перевести соперника в парк. Дай-ка мне свою ножку, вот, отсюда я взял ногу, и моя задача не бегать по ковру, а стараться там, ну, шаг назад, шаг вперед, раз, нагрузить, чтобы он упал. Но стоим на месте. Ногами не помогай, только руками работаем. Пожалуйста, иди сюда. А, ну хорошо, давай, начинай. Пошли. Пошли. Ты высокий. Нет, ногами не надо подсечки пока делать. Поменялись. Стоп, стоп. Второй номер. Поменялись. Поджимаем. Держи его, Даня, за куртку держись. Одной рукой держись. Стоп, стоп, не двигайся на месте, на месте. Не бегай. Кто сбивает, в центре стоит. Если держишь его двумя руками, чтобы не пол, можно подсечь? Так тебе не надо. Поменялись. Стоп. Дай. Наверное, надо поставить между ног и вот так вот блокировать ее. Вот, Влад, тем более. За куртку держись, помогай себе. Держись за куртку, Влад. Держи, дай ногу высоко. Понял. А сейчас точно подсечку, если сделаешь, то летишь. Нога между ног должна быть. Не сбоку, а между ног всегда. Зацеп боли на его. Раз, подсечка, зацеп боли.
Я аккуратно положи его. Положи, наклонись и все, и пор. Ставьте ему сначала правую руку, потом левую.
правую, левую, чтобы в разные стороны делал. 30 сделали, и отдыхаем. Артем, на себя тащи. Делай, на себя тащи, тащи рукой. Вешайте сзади, да, они могут попадать. Другую руку ставь, Влад, Влад, наклонись чуть-чуть. Я? Ну да, стоишь прямо, изменится, не делай тебя прямой. Тогда вставать надо, не хватит, чуть-чуть встать и бросить. Если так ставишь, вот так, да, колен. А если так ты наоборот ставишь, значит надо чуть-чуть вставать. Вставать надо, а то он ударится в колено. Ну, нас не кидаем. Назад кидаешь, вперед. Я понимаю. Делай чуть медленнее. Руку, руку, Владимир, Владимир. Руку не выставляй, я сюда убираю машину на спину. Захватки очень хорошие. Честно? Ну хорошо, ладно. Все, отдыхаем. Ай! Что такое? Зацепил что-то, да? Время, мате, минуту отдыха. Что, грецы выросли? И какого они сейчас у тебя цвета? Цвета загара? Синий. Синенький. Это... У меня одна знакомая спрашивает, что делать? Кикбоксингом занимался, были соревнования, получил, как бы есть, стоит здесь, но получил, говорит, синий. И не могу сказать, не знаю. Кто-то разозлился, наверное, просто дал тебе жену на всякий случай. Ой, блин, как пацаны дерутся же, молодцы, да? Ну, дерутся, бьют друг друга. И что? Не больно? А я для драки не думаю ни о чем. Нет, драки, наверное, да. А вот после, это ужас. Я не дрался, тут болит, здесь болит, тут побито, здесь надкосница разбита. А надкосница это хрящ. Когда молодой был, синяки были, я только радовался. О, мужик, как дали по ноге, вот такой синячий. Ходил круто, а потом кровоизлияние, кровь свернулась и воспалилась. И не резали здесь. Думаю, нафиг я это делал, блин. Все, одел щитки. И стали меня звать хоккеистом. У меня щитки были от сих пор до сих пор. Вот такой поролон. И я еще между ставил там резиновую прокладку. Одел. Так хорошо, у меня по ногам мутит, ничего не чувствует. Как дал в ответ. Они, Серега, ты что, сдурел? Ну я что ты лупишь? Ну я же подсечку делаю. Я говорю, а мне по барабану уже. Я говорю, я уже не чувствую. Я говорю, я просто тебе за прошлый раз. Вышли. Второй номер. Вышли. Вышли. Второй номер, да, Николай, меняетесь. Один раз ты, один раз Владимир. Сейчас ты отдыхаешь. Это так? Да. Ты же делал. Сейчас делаешь ты Данику и Даник тебе. Ты Данику, Даник тебе. Две минуты, пожалуйста. Нет. Джимен. Потяни здесь сразу. Дарин. Или на канат, или на перекладе. Канат вот этот. Вверх.
сверху, сверху Влад, сверху ценит, ценит сверху. Видишь? Там снизу рука, сверху рука. Нельзя. Вы броски делаете, мальчики? Давай, Владимир, делай, да? Вот. Вот так. Давай, делай! А, Владимир, он низенький, ты ниже садись. Давай, работай! Давай, давай, Даня, делай! Захват сверху, Влад, захват. Стынга-дряхта. 30 секунд осталось. Давай, Даня, не разговаривай. Выше возьми, тебе легче будет. Возьми выше локтя. Владимир, делай! Вот, молодец, супер! Дай мне делай! Что ты ходишь все время справа-влево? Там, где встал, там и стоит, блин. Он тебе подошел, ты его кинул. Время. Отдыхаем. Что ты ему хочешь рассказать, Дэн? Я спросил, если он воду пьет. Если что? Воду. Еще раз. Вода. Он хочет воду? Я хочу. Ты хочешь? Да. А зачем? Пить. А, ты что, селедку кушал? Нет. Он пир вчера. Сушняк. Санаторий строитель, я сижу у врача и выписку делаю. Я работал в санатории, не в санатории, а в больнице строитель. Я работал в санатории, пришел делать там выписки, кто у нас лечился, этот. Сижу, приходит один строитель. Здравствуйте, доктор. Там, здравствуйте. Говорит, так, говорит, горло болит. А после бодуна... После чего? Бодуна, это значит... Клюкнул хорошо вчера, пришел, глаза открыть не может, все несет от него спиртное. Доктор, я больной. Говорит, что такое с вами? Вы понимаете, в горле пушит, болит, наверное, заболел. Он говорит, доктор говорит, вы знаете, что говорит? Вы, говорит, когда селедку кушаете, говорит, не кушайте ее хвостом вперед, а хвостом назад, и не будет болеть. Не могу дать. Доктор, я вас прошу. А сам до клюков. И это, два чувака пошли за пивом. На стройке, а так как прораб там внизу был, они, значит, прыгнули на гравий. Ну, этот мелкий. Два человека. Они вдвоем прыгнули и поломали руку один и второй в одном месте. То есть вот здесь. Они у меня лечились, эти два парня. Лечили. И у них как бы, ну, зажило все, но они носили гипс, чтобы побольше не работать. А что идет этот, как его называется, больничный идет. Они пришли, значит, к доктору. Они говорят, как доктор, ой, еще так ноет, так болит, этот. Значит, все, он их отпустил, он выписал больничный. Вышел доктор покурить. А это там солнце вертит. Ну, не солнце. Перевороты делают, там перекладины, площадка, а он больной. Ну ладно, больше ко мне не приходить. Да, кстати, 8-часовой рабочий день – это завоевание социализма. То есть до того, как не было СССР, все работали как можно намного больше. 8-часовой рабочий день. Отпуска тоже не было. А почему? А потому что капиталисту невыгодно, когда ты работаешь и отдыхаешь. И работали они и субботу, и по воскресеньям работали.
Но трудящиеся видели, что в СССР 8-часовой рабочий день, день отдыха, потом, как оно называется, отпуск, деньги платят. Медицина бесплатная, образование бесплатное. И им пришлось то же самое потихонечку уводить из себя. Поэтому, когда вы будете думать, чтобы вы знали, ну, те родители, которые работают частно, там тоже есть свои принципы. Но если сам он может работать сколько? Вот водители, да? У них же есть норма. Если они перерабатывают, больше не устают, и вот авария отсюда. А у нас были аварии в Союзе, в Советском Союзе? Так много. Были? Наверное, нет, тоже были, но, наверное, не так много. Просто если человек работает, когда уставший, но чтобы вы знали, 8-часовой рабочий день, 2 дня отдыха. Это все профсоюзы. Это все даже не профсоюзы, это социализм. Хотели коммунизм, но это, конечно, тяжело, невозможно сделать. Капитализм, да. А в них и бесплатная медицина, школа учится бесплатно. Ну, налоги большие. Да, я не понимаю, да, все переходит. Что-то есть. Ну, там просто, если бы в России не воровали так сильно, жили бы все хорошо. Кто такие деньги? 252 участка за один чуваком. Вот сейчас он где-то под Москвой, там был этот область. 252 участка. Ну что все не делают? Ну, набрал, блин, мои участки. Ну, зачем тебе столько, блин? Как кто будет продавать? Ну, продавать уже, жизнь кончится уже. Сейчас сидит. Ну, какой смысл? Я понимаю, да. Возьми себе, скажи, пацаны, вот, этот участок, этот, стройте здесь, этот, а этот дайте мне. Да возьми. Тот же самый мэр города, если скажет, что вот тут чистит, это все делает, скажет, ребята, я хочу вот этот участок, подарите мне. Что, мы не подарим их? Урок дизели, работа есть, да? Учителя нормально себя чувствуют. Вот сейчас там подняли зарплату. Подняли зарплату учителя. А у нас раньше как было? Мы идем в отпуск, приходим с отпуска, перед выходом в отпуск, нам давали 13-ю зарплату. 12 дней давали 13-ю зарплату. То есть мы получали как бы больше. Когда идешь в отпуск, больше у тебя там. И еще в конце, когда выходишь, тебе могли премию дать, еще что-то. То есть нормально. А сейчас эту 13-ю зарплату взяли и разделили на каждый месяц. Сказали, что зарплату подняли. А 13-ю зарплату теперь уберут. Тоже непонятно. Так, все, встали. Встали. Встали, одели кимоно, заправились, боремся под дзюдо. О, Влад не может встать, посмотрите, вот там. Так. Значит, есть два варианта. Отдельники по пояса. Есть два варианта. Значит, первый вариант. Один борется с Владимиром и с Даником. Держит двумя руками, при бросках остается в стойке. Бросил одного, уходит второй. Так, Бутук, ты готов? Да, сверху. Тебя куда поставить? Ставишь. Хорошо, все, ты идешь туда, вы тогда боретесь, а потом через 5 минут я поменяю, Влад, тебя, хорошо? Влад, если с ними будешь бороться, двумя руками захват и в стойке остаешься. Это с ними. А его как можешь. Чезар. Даешь захват, берешь ответный захват, но без падения делаешь. Стараешься остаться в стойке. Да, вы можете, то есть не раньше. Пожалуйста, Владимир. Красавчик ты наш, выходи бороться. Даринчик, постарайся остаться в стойке. Готов? Да. Итак, 20 минут. Хаджи. Thank you.
Еще раз. Четверо, в стойке остаться. И удушающий. Эх, Артемчик. Двумя руками. Гурянчик. При бросках стараться двумя держать. Или так. Ой, Владимир, красавец. Души, души. Души, души. А, с закладкой. Не отпускать надо было. Все равно погрепить джи-джи все равно нужно. А, ты просто низко захват дышал. Правильно, Владимир, пояс, пояс. И согнуть. И согнуть его. Пояс и согнуть. Согнуть, согнуть. Ложись на него, сгибай. Оп. Хороший, все. Руку отпустил, он раз руку выставил. Я понимаю, сорвалось. Если чуть-чуть руку, все, красавчик. Просто в этом случае не падай, видишь, он руку выставил. Оп! И болевой. Вот тут насчет броска даже не могу сказать. Не смотрел, не думал. Так, Даник, сюда. Ко мне, Даник. Ну! Блин, ну почему остановился? Руку к себе чуть руками и все. Так, ты сегодня красавчик, ты выиграл. Правильно того, блин. Все, молодец. Удержал. А то он такой крутой ходил, а ты ему раз на хвост наступил. Смотрю, Владимир, хорошо. Он передним. Развернуться вперед надо было, красавчик. Отлично, Чендер. Это удушаю, удержание. Так ногой, смотри, ногой лезешь, а ручки... Стойку, Гуряна. Молодец, Владимир, хорошо. Взял сверху пояс и сразу влез за цеп голенью или заднюю подножку. И держись за него, пока не упадет. Отдыхаете самостоятельно. Встали в стойку, заправили пояс, как раз и отдохнули. Ну это третий уже, да? В одну и ту же сторону. Вау, 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 вау. Влад, вот если бы ты там кинул, зафиксировал, так? Чендер. Даже не видно твой бросок был. Класс, Влад. Хорошо, Владимир. Доставай пояс, доставай. Пояс доставай. Ножки пошире. А. Стоечку. Влад, Владимир, ты достаешь и стоишь прямо. Раз прямо легко кинуть. Ты ноги подальше на него уложи. Прямо. Вот смотри. Достал пояс и переведи. Вот иди сюда. Твоя задача. Достать пояс и перевести его на колени. Положить его на колени. На живот, на колени. Перевести в парк. Хорошо? Ноги в сторону просто. И удушаешь. Чезар Мате на свою половину. Красавчик. А что ты ему стол, пастухов, что ты хлопаешь? Он тебе бросил, он тебе скрыл. Спасибо, что упал. Я фигею.
Покажи два пальца. Еще раз. Что ты ему сделаешь? Что? Стоп. Батен, какой прием ты ему должен сделать? Вот подумай. Должен. Вот не то, что хочешь. То, что хочешь, да. А какой бы прием бы хотелось бы тебе сделать? Что отсюда ему можно взять? Вот ты раз упал, два упал, три. Но так часто ты опять упал с этого. Я пояс не взял. Куда начать? Но это опасно уже. Подумай, какой бросок ты ему сможешь сделать? Переднему, заднему. Нет, что-то одно. Что-то одно. Задний попытаюсь. Задний попытаешься? Хорошо. А ты уже два раза задний падал. Падал, но не делал. Так, постараешься сделать. Делай любые, но... Встали. Встали. Сергей Анатольевич. Да. А можно я музыку? Встали. Еще раз. Музыку. Не, музыку нету, что записывай. Как только закончим бороться, сразу включим. Хорошо, Владик? Просто мне потом YouTube ругается. Он говорит, что я украл музыку чужую, блин. Хаджи. Дарил сам? Все хорошо? Владимир, что я попросил тебя? Вот это твоя задача, пять раз это сделать. Молодец, умница. А вот сейчас уже зря. Видишь, вот в стойке молодец, в партере зря. Есть. Ну, вот так, умница. Но если бы пошел на заднее, то очень. О, нет, ты, если бы пошел. Не, я бы упал. Да. Руки с огня. Пастухов, руки с огня, а то улетишь. Я не боюсь, что ты упадешь, а боюсь, что головой ударишься. Сразу надо прижимать, иначе, пожалуйста, вот этот мал. Еще там. Влад устал? Поменять? Нет. Ну, куси его за бочок и все. Все, Чезар, стоечко. Хорошо, молодец. Не давай, Владимир! Владимир, я тебя попросил что сделать? Достать пояс и перевести на колени. А ты полез куда? Будешь доставать пояс и лезть на переднюю, заднюю, будешь через грудь получать. Переведи его на живот переведи, на колени. Хорошо? Посмотри, ты достал, начинай, подсечка изнутри, раз, ноги широко. Достали, вниз, потом эту руку отсюда, раз, за шею сюда. И удушу, задушишь. Ой, красавец. Ёй, еще раз. Ну, Влад, блин. Мате. Кимоно на голове. Ну, до конца и удуши! Что ты махаешь рукой, блин? Отлично. Подставься, пастухов, и задуши. Болевой. Лучше всего задушить, наверное. Подставься. Дай ему через плечо и задуши его. Дай на заднюю и посади его. Но для этого надо ножки шире, чтобы он залез. И не стоять на ногах. Перевел, Владимир? Вот, души.
А? Можешь делать ту сторону, я не знаю. А не знаю, делай другую сторону. Делай болевой. Давил колено, да? Стоп, ладно. В чем ошибка была? Ты держишь захват. Да, я говорил, я извиняюсь, что во время борьбы разговаривал. Артем, наступи, пожалуйста. В захвате нельзя расслабляться. Он держит, ты держишь, а я болтаю. Нельзя расслабляться. Хорошо? Без захвата отошел, можешь расслабиться. Хорошо, Гурянов, стойку. Я офигею. А дальше что? Удержание показать. Только в азаре, может, ничего не дадут, может, в азаре дадут. Почему не надо в азаре? У вас же упал на так. Он упал на живот больше. Я вот так. Вот держал. Я сама держал. Я бросал. Вот так. И нас. Не так, а ты отпустил его? И он падал на бок и потом ушел на живот. Значит, 70%, что тебе дадут в азаре. А 30%, что не заметит. А ты вместо того, чтобы бросить и удержать, взял и отпустил его. Следующий раз удержал. Хорошо. Так. Владимир, стоп, мальчики, одну секунду. Мате, все. Уберите, пожалуйста, пояс, а то я боюсь. Угурянов, борешься одной рукой, только правой держишь. Только правой рукой держишь. А левая рука держит за пояс. Как держит? Придерживает, если вдруг падение, убираешь. Борешься одной рукой. Эта рука можешь и сюда опустить, но не берешь за куртку. Отлично. Ипон. Он же удержание не делал. Мате, то удержание? Ты же летел как птица. Да и как спать, оставляй репорт, что ты скажешь? Да. Ну вот, ты мне не веришь. Вот Влад видел. Я тоже не верю. Хорошо. Молодец. Про никому не верить. Все, пошли дальше. Одной рукой. Или правая, или левая. Одна рука у тебя просто... Вот. Да, правая. Вот. Через плечо ему. А что ты расслабился? Что он тебя отпустил, да? Не расслабляйся. Посмотри на его глаза. У него же хитрые глаза. Посмотрел в глаза и посмотри. Он будет бороться, не будет сразу. А? Нет, не считается. Не считается, честно. А почему? Вставай. Не считается, потому что разговаривать. Считается, конечно, считается. Как не считается? Конечно, считается. Считается тогда, когда ты делаешь, ему сделаешь удержание и болевой. Удержание и удушение. Тогда считается. А так мало. Да, упрись вот так вот, бедро чуть-чуть. Рукой. Не бери захват, просто бедро упрись. Владимир опять схватит за туловище. А удушает. А вот сам бедри. А, влево не боись. Не боись, где? Иди сюда, Владимир. Чезар Мате, стоечко. Смотри. Видишь, Гурян устал. Молодец. Ты не устал падать через грудь и спасать? Нет. Вот из этой руки. Вот ты должен вот так держать. Вот обними. О, да, видишь, ты обнял, да? Вот. А если я вот так держу, попробую обнимать тебе. Я не даю, поэтому он через брюки посадочку будет тяжело делать.
Молодец, Владимир. Растешь, смотри, уже он грянул, тяжело дышит. Боток сегодня красавчик. Такие приемчики. Выше руку первую. Ой, красавец. Ты не ломай, ты покажи ему. Как показал, можешь не допадывать. Вот это 100% считается. Да. 101. Вызывай. Стоп, стоп. Вам, вам, вот ты пастухов, вот это. Иди сюда, Артем. Красавец, молодец, сели. Послушай, есть же разные виды борьбы. Есть борьба, когда ты его активностью, то есть он за то, что выход, за то, что ногу взял. Есть. Вторая борьба. Есть нападение, ты нападаешь. Для этого надо быть и выносливым, и посильнее. Есть борьба контратаки. Придумай, какие-то броски, красавец. Какие-то броски. Выводи его. Например, вот отсюда. Делаешь? Хорошо болевые. Берешь под ноги пошире. Раз чуть-чуть потянуто. Раз аккуратненько. Раз чуть-чуть потянуто. Раз чуть-чуть потянуто. Вот тебе раз зацеп голени. Оп, упал. Болевой мышц. И выиграл. То же самое. Оставил одну руку. Оставил одну руку. Раз, раз. Как бы, чтобы он через спину стрелял. А сам уже готовит удушающий. Он делает зацеп более-менее. У него был правый раз, его через спину. То есть, вот такими, то есть вот так обхитрить, обмануть. Не просто ждать, что он будет делать, а вывести на него. Если ноги поставил широко, чуть-чуть тянул назад, естественно, он зацеп голенью будет делать. Или под дзюдо, там, по самбо, там, за ноги, или там, немец, за ножку туда бросил. То есть вытаскиваешь. Или ногу ему выставил, поставил сюда, естественно, он будет подсекать. Раз переподсек, например, раз зацеп сделал. То есть, что легче. Все. Он физически сильный, он тебя старается сейчас и физически, и технически хорошо подготовлен, старается за счет атакующих действий. А ты используешь атакующие действия. Уже готовь удушающий. Вот мой. Ой, красавец! Стоп! Аккуратно! Видишь, как хорошо? Владимир, опять ручка пошла снизу. Вернее, своя сверху. И вроде бы ты его бросил, а он видишь, как актер. Ну что, рука снизу должна быть. Ну если он берет, бери тоже, и бедро ему. Взялся за ворот, дай ему руку. Мате, Мате, всем, Мате. Поклонились, пошли вокруг ковра, еще не все, еще подтягивались. Я уже специально купил экран пастухов, блин. Вот здесь поставлю и буду показывать тебе твою схватку. Сейчас еще ноутбук куплю. Так, пацаны. Значит, пастухов, Чезар и Влад Бутужа 50 раз. Берете вон ту эту. И вот здесь, на середине, тот, кто делает, головой ко мне. Сюда. Сейчас я просто выключил и включил. 50 раз. А уже потом делать тебе на перекладине. Головой ко мне. Он гуряну головой ко мне. Чтоб видно было. Готов? Да. Все. Делайте по 50 раз и можете идти домой. Давай.
Только грудью красавчик. Какая гадость. А, не на мельнице. Фу. Сколько сделать? 35. 50. Что здесь? Да, мне сейчас нет. Я вкусно? Ты молодцы, слушай. Да, это мне обычно. Вот так. И вы тоже будете делать головой сюда камеру. А ты чуть-чуть в центр, чуть-чуть в центр. Куда? А? Не, нормальная музыка.